Дорогие друзья, я попытаюсь вас ввести в заблуждение немножко и попросить определить название города, в котором мы сейчас находимся. Многие из вас, наверное, скажут, что это Marina Bay в Сингапуре, да? Я бы тоже так подумал на вашем месте. На самом деле это Дубай, дорогие друзья. Чем докажешь? Дубай, детка. Так. Это абракадабра это нет. Эмар это строительная фирма Дубая, дорогие друзья. Так, вот это архитектура. Там ближе. Тоже. Это дубайский фирменный стиль. А, ну и вот. Самое главное веское доказательство. Такого точно нет нигде в мире. Не верю, ты сделал видеошо. Да, я ее принес с собой и поставил. Маленький картонный макет. Адрес. Еще раз. Название пока не знаю. Условно Marina Bay. Дубай. Не, ну Marina в Дубае совсем другом месте. Мы только что оттуда приехали, мы там живем. Значит, это точно не Marina. Значит, это как он называется? Downtown Dubai. Bay. Бизнес Bay. Бизнес Bay. Да. Тут все бизнес и все Bay. В следующий раз, дорогие друзья, мы будем делать репортаж с переливного бассейна, вот где-то там, на этой перемычке, между двумя этими небоскребами. Ловлю на слове. Надеюсь, к тому времени они уже успеют все привести в надлежащий порядок и открыть для нас. А, ну да, в любом случае, к 2020 году, к Экспо 2020 они ее закончат. Что тут осталось? Видите, мелочевка. Ну, это мелочевка в любом государстве, кроме этого, растянулась бы лет на 20, ну, особенно у нас, в Вильной Незалежной. Ну, а здесь это действительно мелочевка. А сейчас я вам покажу закат. Люди пробегают и ноль внимания. Сейчас я вам покажу, где это находится. Как я выловил этот кадр для вас, дорогие зрители. Сделай зрителям 360. Да сейчас я им еще раз покажу. Сейчас же солнышко уйдет, да. О, будет чуть попрохладнее. Театр теней, не теней, а как раньше было. Теней? Детские театры такие были. Вы уже сейчас не знаете. Ну, на экран воспроизводили разные фигуры. Через... А, собачками? Вот так, да, типа? Да, вот так, да? Да, да, да. Вот так? Как он назывался? Не помню. Геофильм. Да. Здесь можно снимать в различное время суток. И будет абсолютно разное... восприятие всего этого. Ну вот делаю. Тут нужно делать и вверх, и вниз. Несколько винтовых движений.
несколько круговых. И еще раз оранжевый закат. Обычно они здесь спокойные, не сигналят, кто-то попался нервный. Смотри, никого нет. Какие огромные проспекты широченные, какая красота, какие пальмы. А сейчас стемнеет, какая здесь будет ночью красота, вы себе не представляете. Но мы вам покажем. Да. Вам даже с дивана не надо вставать, вашего любимого протертого. Покажи, что это Fashion Avenue. Да. Показал? Fashion Avenue? Да. Угу. Никто не сомневался. Вон Dubai Mall. Кстати, это новое крыло, которое мы открывали в прошлом году. Да. Здесь сложно что-то комментировать, потому что бывает здесь каждые полгода, и то попадаешь постоянно в какие-то ситуации со знаком вопроса, не одним, а что это было и что это будет. Это не тот, не основной фонтан, не поющие фонтаны, это фонтан Армани, который выкупил, по-моему, этажей 20 или 30, больше, что ли, под свой отель в Фермине. Перейти. Это Дубай, детка.
месяц молодой, прямо на верхушке крана. Зацепился? Да примастился.